5000 посетителей за выходные. И это еще не предел. Лазутенко – излюбленное место отдыха не только жителей Одинцова. Здесь можно покататься на лыжероллерах или велосипеде, посидеть на лавочке с книжкой или пройтись пешком. Для безопасности потоки отдыхающих нужно разделять. Благоустройство в парке культуры, спорта и отдыха продолжается. Работа будет закончена к 1 октября. Также все идет по графику. Мы там немножко забуксовали, потому что очень сложный съезд с Подушкинского шоссе. И надо было обустроить это примыкание. Но сейчас все сложности пройдены. Мы видим, как активизировался подрядчик. Плюс 2,5 километра к существующей трассе. Главные сложности позади. Они были связаны с организацией технического съезда на Подушкинское шоссе. Подрядная организация уже приступила к обустройству так называемого корыта и завозу инертных материалов. В процессе объезда мы увидели еще один маршрут на 1,3 километра. Скорее всего, будем доторговывать в этом году эти работы, чтобы уже получилась полноценная четверка. Парк Лазутин развивается. Это, наверное, самое излюбленное место для одинцовцев. Почти 2 километра корыта для новой трассы уже готово. На территории парка работает специальная техника. Но контроль за ходом благоустройства ослаблен не будет. В сентябре глава округа планирует вновь проинспектировать объект. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».